Далее на обзоре вот такие мощные петарды К8 от фирмы Русский Фейерверк. 3 штуки в пачке, маркировка R1085. Корсар 8. Вот так вот выглядит со всех сторон. Вот. Так. Так. А с обратной стороны вот так. Вот. Почему-то не написан эффект, хотя обычно пишут. Ну, в любом случае, это мощный хлопок. А, вот, эффект хлопок. Вот. И класс опасности здесь уже третий. Вот. Сейчас покажу, как они сами выглядят внутри. Так, аккуратненько открываем. И вот. Так, аккуратненько открываем. И вот. Вот так они выглядят. Толстые такие, толстые вот. Хотя выглядят как хлопушка, но это петарды. Вот давайте возьмем центральную, покажу. Во. Бимба. В общем-то, вот такой рисунок здесь. Анархист такой нарисован. Пират. Вот, русский фейерверк. Ну, тут логотип есть тоже. Потому что эти петарды по отдельности продаются, поштучно. Вот, это большая заглушка, такая глубокая. И вот здесь такой вот красный прям фитиль толстый. Итак, вот такой мощный там фитиль, он там согнут пока. Я его пока не расправлю, он таким и будет. Короче, и вот такая заглушка, да. Такая аккуратная упаковка, вот здесь даже есть такие защитные бока, так сказать. Итак, петарда Корсар 8, К8, установлен, поджигаем. Блять! Запахло порохом. Ничего себе!